Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня предлагаю рецепт, пожалуй, самого простого пирога. Готовится он настолько просто и быстро, что я пеку его практически каждый день. Меняю только ягоды или фрукты, и каждый раз получается новый пирог. Просто отличный вариант для лета. У меня сегодня с черной смородиной. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Сразу сделаю посыпку. Для этого складываю все составляющие в миску и просто разминаю пальцами до состояния мелкой крошки. Уберу ее пока в холодильник. Для теста беру все продукты комнатной температуры. К яйцам добавляю сахар, соль, ванильный сахар, корицу и взбиваю миксером сначала на средних оборотах, а потом на высоких в течение 3-4 минут до получения светлой массы и до растворения сахара. Добавляю подсолнечное масло без запаха и молоко. Размешиваю буквально несколько секунд на средних оборотах. Далее в два подхода засыпаю муку с разрыхлителем и каждый раз также просто размешиваю на средних оборотах миксера. Взбивать не нужно. В итоге должно получиться не очень густое тесто, примерно вот такое. Выливаю его в смазанную маслом форму. Диаметр моей формы 24 сантиметра. Сверху выкладываю помытые и обсушенные ягоды. Если вы используете замороженные ягоды, кладите их прямо не размораживая. А если используете фрукты, предварительно их порежьте небольшими кусочками. Посыпаю подготовленной крошкой и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40-45, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу даю немного остыть и можно посыпать сахарной пудрой. Невероятно ароматный, нежный и вкусный пирог готов. Он очень хорош как в теплом, так и в остывшем виде. Посмотрите, какая красота! По-настоящему летний пирог. Очень сочный, с насыщенным сливочно-ягодным вкусом. И особую прелесть ему придает хрустящая крошка. Смотрите на моем канале и другие рецепты простых и вкусных летних пирогов. А также рецепт универсального теста для любого пирога, которое делается без взбивания буквально за считанные минуты. А еще, я думаю, вам пригодится рецепт пирога, для приготовления которого не нужны ни весы, ни миксер, ни духовка. Все ссылки вы найдете под видео. А если вам понравился сегодняшний рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.